Всем привет! Вы на канале Мила и Милы о лечении. И сегодня у нас с вами распаковка вот такого вот наборчика Сильвани. Сильвания Фэмилис Шип Фэмили. И да, хотелось бы вам сказать, что это раритет. Посмотрите, что мы сделали под этой коробочкой. Вы не ошибаетесь, это вся линейка. Имеет Сильвания Фэмилис за 2010 год. Уже 9 лет прошло, как бы. И сейчас у нас с вами в руках вместе вот таких вот симпатичных овечек. Давайте их откроем. Опа! Вот такие вот они миленькие. Через коробку не очень было видно. Отсвечивала на камеру. И сзади они, в общем-то, как обычно, стреляли. Нет, не как обычно, сейчас по-другому сильнее крыть. Раньше удобно было, можно руками вот так вытаскивать. А сейчас надо крыть. Вот она, наша миленькая девочка, дочка, овечка. С оранжевым бантиком на платьице, само платье такое болотно-зеленое и белый крест. Здесь вот такой вот светло-зеленый конторочка. Ну, кстати, не скрипит особо. Ну, у меня здесь как обычно фирменный конец. Давайте откроем остальные. Сейчас я распаковываю маму. Вот такая вот она у нас вблизи. И у нас такой, видите, всех достаточно розовый внутри. У нее тоже зелененькая платьица. Фисташковый цвет такой вот. Дом платьица. И сзади на лепешке. Я предлагаю ей раздеть. Какая она тугая. Ничего себе, как у нее широко ноги расставлены. Давай, откроем следующих. И сейчас у нас пришла очередь с папой. Ой, я вижу вот эту кошку. Сейчас вам покажу. Вот у нас хвостик. На нем одеты бежевые штанишки с коричневыми бретельками. И такая вот симпатичная полосатая рубаха. В ушках у него также прокрашены розовым. Пугающие звуки просто. Как только все шевелится. И наконец откроем сыночка. Я уже профи. И вот он, сынок отца. Посмотрите, они, в принципе, кроме одежды, ничем друг от друга не отличаются. Сын с дочерью, а мама с папой. И вот она, вся наша семья, родители. Ну что ж. Если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. И не забудь подписаться на канал Мила и Милые Увлечения. И всем пока. Пока-пока.